А Павел Климкин призвал ООН более активно участвовать в урегулировании конфликтов, в том числе на Донбассе. Например, усилить политическое присутствие. Об этом главный украинский дипломат заявил во время дебатов в Совете безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. В свою очередь, генсек ООН Антонио Гутерреш отметил, что поддерживает переговоры в нормандском формате, Минские соглашения и специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.